Всем привет, с вами держатель микрофона Максим Исаенко, я во дворце спорта ФСК СТЗ, где начинаются областные соревнования по волейболу среди команд девочек до 13 лет. Летающий мяч, отборочный этап, участвуют 8 команд из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Среднеуральска и, конечно же, Полевского. И сразу в первом же матче нас ждет огненное полевское дерби сборной ФСК СТЗ против команды спортивной школы. Сборная ФСК СТЗ берет еще там 25-9. Третью партию сборная ФСК СТЗ также уверенно забирает 25-11 и выигрывает весь матч 3-0. Вот после стартового матча тренер по волейболу ФСК СТЗ Ольга Щепкина. Ольга Сергеевна, ну стартовать с победой всегда радостно, а в дерби, наверное, вдвойне приятнее побеждать. Ну да, я соглашусь с этим. И как бы по настроению даже уже начинается, что намного лучше и эффективнее, наверное, можно сказать так. Как можете свои шансы на выступление в этом турнире оценить? Ну, это волейбол девочек, он непредсказуемый, но будем стараться играть. Главное, чтобы была игра, и хорошая игра, и насыщенная игра, и чтобы была борьба. Чем-то остались недовольны, хоть и в сухую выиграли после первого матча? Нет. Как бы у нас был большой перерыв, я вам скажу, что для большого перерыва они сыграли у меня молодцы. Вот после матча рядом со мной тренер спортивной школы по волейболу Ирина Комарова. Ирина Анатольевна, ну, так понимаю, у вас девчонки на год моложе, да? Довольны все равно, как сыграли сегодня? Да, девочки, у меня 13-й год. Здесь 14-й не допускается, так как 12-й
стартует, это кубок 2012 года. Ну, как сказать, довольна. Конечно, не хватает психологического момента, вообще вот прям его не хватает. Конечно, не хватает тренировочного момента, не везде нам можно как бы по времени в зале зайти. Нужно лето, нужны сборы. Ну, дети, конечно, знаете, я в 90-м году пришла в этот дворец спорта работать. Я вам могу сказать, очень ослабленная, очень слабенькие физически. И вот, ну, наша задача была подать верхнюю подачу. Мы ее только начали в этом учебном году осенью. Нападающий удар мы начали только в январе, вот, обучать. Январь, конец декабря. Ну, как сказать-то, конечно, хотелось бы получше немножко, но девчонки проиграли морально. Именно вот этих моральных качеств им не хватило, вот это 100%. Ну, я думаю, что больше объемов надо ездить и играть, мало мы очень играем. Ну, я так понимаю, что наш 13-й год будет только в следующем декабре, наш кубок. Ну, наверное, может быть, подтянемся. Надеюсь. На этом пока все. А как завершатся открытые областные соревнования по волейболу среди команд девушек, летающий мяч и как на нем выступят обе полевские команды, я по традиции расскажу вам в ближайшем выпуске спортивного обозрения «Тайм-аут». Поэтому не забываем подписываться на канал «Держатель микрофона». С вами был Максим Исаенко. До новых встреч, друзья!